Вы не поверите, но нотная система – это симметрия, о которой вам никто не рассказывал. Музыкальная индустрия скрывает эту правду. Я Елена Владимировна Хайнер. Я не изобрела ноты или клавиши. Я просто открыла, что они взаимосвязаны. Это факт, которому много веков. Но вместо признания меня замалчивают. Мои работы не публикуют. Более того, обо мне почему-то распространяют клевету. На профессиональных форумах правду о симметричной системе блокируют. Против этой правды весь мир. Как такое возможно? Теперь давайте разберемся. Это разве только обо мне? Проблема глубже. Когда устаревшие методы остаются в центре образовательных программ, это напрямую влияет на развитие наших детей. Они теряют возможность учиться через глубокое понимание предмета. Именно они теряют мотивацию и упускают шанс раскрыть свой творческий потенциал. Исключение фундаментальной концепции о том, что клавиши и ноты едины и симметричны, вводит учеников в заблуждение и ограничивает их доступ к базовой информации о музыкальной системе. Это, по сути, новая охота на ведьм. Вместо открытых конфликтов новое просто замалчивается и душится в тишине. Авторы точных, научно выверенных открытий сталкиваются с непризнанием, игнорированием и блокировкой. И это ведет к тому, что тысячи учеников продолжают идти по ложному пути, лишаясь шанса на качественное образование. Почему истина вызывает такой страх, что ее предпочитают игнорировать и скрывать? Давайте вместе разбираться в этой проблеме. Следите за моими публикациями и поддержите истинную информацию, которую скрывают от нас. Подписывайтесь, чтобы не пропустить все новые этапы этой истории и быть частью перемен. Готовы узнать правду? Вы мне очень нужны.